Компьютер такие на мониторе. На лодке. Вот вложил целую волну в провод. Теперь без заземления концы лампы подключены. Один конец. На один конец вот лампы подключены. Вот идет провод. Тут другой конец. Вот. На другой конец. Тут 53 ватт лампы. Потребление где-то 4 ампера. Токи 12 и 13 вольт 14. И вместилась целая волна в катушку. Странно, но частота 2 мегагерца. Так было и с полволной, тоже такая самая частота. Просто заземления нет. Вот покажу твердку, что тут. Вместилась целая волна. Посередине ничего нет. По краям тоже ничего нет. Частоту проверим еще этим прибором, какая частота. Два 2,17 мегагерц. Импульсы. Когда растягиваешь, тогда синус. За зеркалами озер ищет чудо человек. Вот частота 1 мегагерц перед землей. Теперь 1 мегагерц вот полволны. Вот посередине обычность. По краям. Так спеши же. Отвори в сказку двери, и рекой станет жизнь, а душой будет небо тем, кто вместе творит на просторах вселенной. Лай-на-на-на-на-на-на-на-на. 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 Отправим частоту. Очень сильно он уже лечит. Вот 1,4 мегагерц. Вот тут показывает. Теперь я повышу частоту. Вот смотрим на заземление, как загорится диод. По яркости его определяется резонанс. Опа. Двери, и рекой станет жизнь, а душой будет небо. Вот тут самая яркость, это значит резонанс. Вот теперь 2 мегагерца. Трудновато показывать.
такую высокую частоту, может, тут и ошибается. И пусть укрепят тебя восходящие шаги, ведь поверивший в себя. Ну, 1,9 МГц пока, почти 2 МГц. Так отдай свою жизнь. Ну, с осциллографа примерно то же самое, 1,9 МГц. Свежий ветер любви распахнет твои двери. Вот. Станет жизнь и душой будет напряжение неба, и растают тут снега на просторах вселенной. Припиво за внимание.